Дышите ровно. Закрывайте глаза. Вы спите. Эй, привет! Вы вернулись? Говорю, у них семейка полоумная. Анька твоя тоже того. Они просто в беду попали. Твой папа занимался телекинезом? Он это изучал. В нашем мозгу есть скрытая способность. То, о чем говорит ваша дочь, правда. Только это не она. Что за дрянь вы там выкопали? Она пошла, тварь. Ты что, машина не видела? Она тоже под нее затащила. Это зло огромного порода. Аня, не подходи ко мне, не надо! Mm-hmm.